Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Шаляпин». Премьера многосерийного фильма «Шаляпин» состоялась в феврале 2023 года. Сериал от создателей Годунова и Грозного рассказал о жизни оперного певца Федора Ивановича Шаляпина, его юности и зрелых годах. И теперь многих зрителей интересует вопрос, а будет ли его продолжение на второй сезон? А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериалу, или первый сезон имел логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях. Шаляпин был не только певцом. Он отлично рисовал, занимался скульптурой. О нем можно было бы рассказать еще очень много. Но создатели проекта решили ограничиться только самыми важными фактами его биографии. Поэтому «Шаляпин» второй сезон снят не будет. Если вам понравился сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.